Пиздец. В Риге сгорел президентский дворец. Стены в порядке, торцы спасены. В общем, пожар по масштабам страны. Раньше там был пионерский дворец, но передумал небесный отец. Латвии резко испортился фон, все пионеры разъехались вон. Швецию, Данию, в Штаты, Купу. Так что достался дворец старику. Он погорел, но отнюдь не дотла. Власть устояла, и Рига цела. Им же плевать уже несколько лет, есть вообще президент или нет. Выстоял символ латышской земли. Даже ее в еврозону ввели. Думать боюсь я, смиренный певец, если б сгорел президентский дворец, там, где когда-то лихие дела, общая наша столица была. В зону пошли миллионов бы шесть, только не в евро, пример уже есть. Если б огонь загулял по Руси, всех бы обуглил, кого не спроси. Мы вам не Латвия, третий мы Рим. Коль погорим, то совсем погорим. В этот период довольно срамной, лучше быть все-таки малой страной. Лучше сидеть у Европы в углу, маленьких волн наблюдая игру, в тихом своем тупиковом конце со старичком в пионерском дворце. Thank you.